колено вверх. Поднимай колено. Да, видишь, разворачивается нога. Почему я говорю? Посмотри, что ты делаешь. Это естественно, нога разворачивается. Вот сюда колено вперед. И тяни носок. Это и есть боксерский шаг. У тебя нога все время выходит на одно и то же расстояние, на длину стопы. Выпрямляй ногу, выпрямляй ногу. И вторую ногу. Вот так, встань на месте. Вот так просто поделай. Выпрямляй колени. Нет, не вот это движение, а посмотри. Таз на месте. Вот, как бы на носок ногу поднимай. Опускай пятку. Выпрямляй колено. Вот. Ну и какая разница? Вот ты пошел на месте. На месте поднимай колени. Тяни носок вниз. Выпрямляй колено. Во. Не переваливайся. Просто поднимай колено. Тяни носок. Во. Вот он. Видишь, тебя болтать перестало. Почему? Потому что вытягивая носок, у тебя сохраняется линия опоры под плечом. И здесь не высоко поднимать, здесь смысла нету, здесь тебе просто оторвать надо. Насколько? Ну, у тебя вот здесь палочка, видишь, пару сантиметров. Вот тебе его переступить надо. Не перешагнуть, не перепрыгнуть, а поднять таз, поднять ногу, поднять, поставить. И вот здесь вторая нога. Раз, опа, второй ногой просто. Значит, что? Ты опять сел. Раз. Каждая нога будет что иметь? Возможность не только шаговое движение, но в этот момент она может и ударное движение иметь. И ты по улице-то ходишь так же. Ты же не вот так по улице идешь. Ты поднимаешь ногу, ставишь, но с пятки ставишь. Здесь носка, чтобы масса не пошла. Поднимая, выпрямляя колено, у тебя падает масса, и нога ставится под... О, пошел. Вперед передняя нога. Вот. Стоп. Вот сейчас с левой ногой, почему она разворачивается? Смотри, что ты сделал. Вот это действие. Именно боком. Вот сюда колено идет. Не вот туда, чтобы... Если ты захлестываешь, ты падать на нее начинаешь. Попробуй, вперед пошел. Вот, бочком, бочком. Колено куда идет? Очень хорошо, Никитос. Смотри. Втягивай носок, да. Чтобы нога вот туда не шла. Давай. Во, пошел на месте. Та-та-та-та-та-ра-дра-дан-тан-та-ра-та. Молодец. Вот. Вправо пошел. Вправо. Ага. Да, остай-пэ. Полубоком ноги поставь. Смотри, нога правая разверну. Полубоком. Еще поверни носки немножко. Вот так, глазки. Плечи и ноги в одной плоскости. Это одно целое тело твое. Плечи и ноги в одной плоскости. Вправо шаг. Вправо. Вправо. Молодец. Вперед, пошел вперед, влево. Не захлёстывай. Сам чувствуешь захлёстывание происходит? Да. Молодец. Вот. Назад без захлёстывания. Просто поднимай колено. Именно поднимай колено. Посмотри на меня еще раз. Посмотри. Какая разница, куда ты ее поставишь? У тебя у бедра есть также свободный ход. Просто назад задней ногой. Вперед передней, влево левой. Вот, поднимай, выпрямляй, выпрямляй колени. Выпрямляй второе колено тоже. Ну, тебе для, чтобы они останавливаться, надо колени выпрямлять, правильно, понимаешь? Да, ну, прошу, раз, два, три, четыре. Не останавливай ноги, на месте переступи. Ну, переступи. Оп, придумай, куда пойдешь. Раз, два, три, четыре, раз, два. Во, во, во. Боком нога, боком. На палке не наступай, это лесенка старше тебя. Она мне дорога, как память о женской сборной. Колено куда? Где колено? Тяни носком, вперед левая нога. Понятно? Mm-hmm. Ты этот алгоритм и накручиваешь, что не вот это движение ты делаешь, а вот ты пошел. Нога заходит. Видишь, прямоугольный, треугольный. Катит, гипотену закатит. Где будет твоя передняя нога, там будет твой передний кулак. А если ты передней рукой достал, то даже не без подшага задней ноги, правый кулак будет еще вот настолько длиннее. Доходчиво? А если ты вот это сделал,
если это не специально обученное движение, падающее, такое стопорное, латиноамериканское, такая манера такая. А если это вот это, то твоя голова идет вперед раньше своего кулака, ее уже долбит, а кулак еще не дошел. В итоге ты боишься этого сделать. Инстинкт самосохранения. Вот это основное, ты ногами идешь, ногами достаешь. Понятно? Да. Хватит на сегодня. Нормально?